Мы находимся во Вьетнаме, в культовом месте под названием Муине, что в принципе обозначает мыс Не, и находится вот он там, на горизонте. Это по аналогии с нашим украинским Казантипом, когда мыс Казан, и он тоже такой же ветреный, как и здесь во Вьетнаме. Муине нас встретила хорошим ветром. Катаемся от 8 до 12. Ну, что касается волны, то, конечно, здесь преобладает такой чоп полуметровый, метровый. Ну, в принципе, за 2-3 дня проходишь и прибойную волну, и привыкаешь к чопу. Более что сама акватория катания достаточно большая, трафик небольшой, маленький. Все в основном иностранные кайтеры культурные, уступают проходы, нету проблем на трафике. Поэтому классное место, особенно для января, как для ветреного такого места. Ну, конечно, надо брать хороший крафтовый отель. Вот мы первый раз поселились вот в таком отельчике, который имеет всего 4 бунгало, столовку и вот небольшой корпус. И здесь все сделано, конечно, очень классно. Самое главное, что он находится абсолютно рядом со спотом. Потому что здесь высокий ветровой сезон с ноября по апрель. И температура воздуха в среднем 34 градуса, температура воды в среднем 26 градусов. Здесь достаточно дешево, недорогие отельчики вдоль всей набережной, хорошие широкие кайтовые пляжи, никаких ограничений и запрещений нету на запуск кайтов. Туристов достаточно немного на пляже. Ну и кроме того, здесь очень удачное направление ветра. Вот дует оно как раз с мыса Муине и вот так сайдшором вдоль всей набережной. Поэтому, если вы катаетесь, то вас обязательно прибьет к берегу. Будто вы начинающий, будто вы профи, который тренирует трюки. Кайф нам этот, на волну. Он его разрывает. Единственное, конечно, здесь проблема, что именно в Муине нету флета. Есть вот такой чоп, и, как говорят мои друзья, хорошее место Муиньой бы не назвали. Тем не менее, для кайта оно, наверное, одно из самых идеальных в январе. Вот такие вот кайтовые магазинчики. Есть гидрофолики, все доски, снаряга. Все, кстати, дешевле, чем в Европе. Здесь Лидуатон представляют. Наш большой друг, который чинит все кайты. Вот, отчетчи. Короче, все, что забыли дома, или можно вообще не покупать, потому что здесь все как-то очень даже дешево стоит. Здесь очень интересный прогноз погоды. Дует здесь с часу дня на 8, 10, 12. Больше я кайтов здесь не видел. И заканчивает дуть в 6 часов вечера, складываются кайты, и утром вот такой вот спокойный прогнозик. Если нет настоящей елки, пожалуйста, вьетнамцы придумывают свою. Ну и рядышком, конечно, пляж. Вообще во Вьетнаме считается 5 культовых спотов. Все они находятся на юге Вьетнама и находятся симметрично по обе стороны от Муине. Одно находится на север от Муине, 120 километров, и одно находится 80 километров южнее. Их особенность в том, что там есть места для флета и места, где мелкая вода. Потому что в этой акватории сразу начинается глубина. Это очень хорошо для гидрофойла, конечно. И несмотря на большое количество школ, здесь все-таки отсутствует спасалка. Хотя есть вот опасная совсем ситуация, сбрасывают вот эти вот мотоциклы. Кроме этого, течение идет вот так вдоль берега, которое уносит доски, и иногда приходится их ловить далеко ниже по течению или выкупать у рыбаков. Поэтому на досках лучше повесить плавник
цветной и подписать доску, к кому обратиться, потому что здесь выкуп доски – это нормальная такая практика, особенно для начинающих. Кроме этого, здесь есть опасность сетей. Здесь достаточно много сетей, и все они находятся вот поблизу самого Муэне, самого мыса. Там находится как раз вот эта центральная рыбацкая деревня. Откатал 2,14, прошел 28 километров. Вот он трек. Снял на часы Феникс на гидрофойле. Но мы видим вот такие вот кусочки. Это как раз попадание в сети, что вот здесь вот рыбацкая деревня. Вот сюда я хотел сходить в Торец, вот на этот остров посмотреть. Но получилось, что здесь такое огромное количество мусора и сетей, что просто половина трека, половина лавировки уходила на то, чтобы просто объезжать этот мусор. Но самое дурное и плохое — это вот в таких местах, когда гидрофойл просто попадал в сети. При этом тебя срывает, ты падаешь далеко вперед и при этом вынужден вырезаться, потому что гидрофойл уже не сносит. Поэтому подъезжать близко к самому деревне, наверное, не стоит. Здесь недалеко Владивосток, и много очень русских приезжают сюда просто отдохнуть. Ну и, конечно, много российских кайтеров и инструкторов здесь подрабатывают, обучают. Поэтому найти учителя с русским языком достаточно просто. Самая крутая школа. Кого мы тут можем найти? У нас висит постоянно в интернете, вместо того, чтобы учить учеников. Ванюша! И досок. Гостиниц в Муэне достаточно много, от разных сетевых и заканчивая такие небольшие отельчики, вот такие крафтовые, где все так достаточно неплохо вылизано, где есть своя инфраструктура. Гала находится в 30 метрах от кайтового спота, то это называется пятизвездочный кайтсерфинг. Вот этот отельчик состоит из большого корпуса и четырех бунгало, большим бассейном, прямо с видом на пляж и на зону катания. Ну и, конечно, с рестораном, там, где завтракают, ну и хорошей видовой зоной. Например, здесь находится первая кайтовая станция. Там сейчас учеников на коротких стропах. Здесь оборудование. А вот здесь сразу же находится вторая кайтовая станция. Ну и рядышком огромный большой пляж, на которых удобно раскладывать кайты. Здесь как раз отличную кайтовую станцию сделал Лоренс в Франции. Есть весь набор досок, все обучение, отличная ланч-зона. Паркинг. Опять же, бичбои вьетнамские. Целый набор винтипов, профессии, школа обучения, ремонтники. Ну и хранилка, сторидж. Основным серфовым спотом для вейв-серфинга на кайте является Малибу. Он находится за мысом Муэне. Типа соревновательная зона. Thank you.
Фанран. Он находится 120 километров севернее. И там удобно для начинающих, потому что есть флет и есть неглубокая вода, но не такой предсказуемый прогноз, как в Муине. Из опасности с живностью здесь акул никто не видел, ни на кого они не нападали, но есть такой португальский кораблик, такая медуза, которая очень сильно жалит, очень большие лихорадочные проявления, сыпи. Поэтому, как только медуза ужалила, надо сразу же идти на ближайшую станцию, брать уксус или лимонный сок, стирать вот эту вот то, что осталось от медузы, доской, или быстро обмывать соленой водой и таким образом минимизировать последствия от ужаливания, потому что можно на несколько дней выпасть из каталки. Туга продолжает удивлять, привел нас в такую закрытую территорию, где живут за 150 баксов в месяц люди из Польши. А вот, да, польская гетто. А вот кока-лока, Катюх, ну и из чего она состоит? Ром, раз, темный, местный, за доллар бутылка. Два, кокос, кокосовая вода, кокосовые сливки, немножко сахара, немножко любви. Ну и есть здесь небольшой серфовый спотик, на котором происходит и обучение, собираются все начинающие. Это километров 5 от самого мыса Муине. Огромное количество мопедов, взять их можно от 3 до 10 долларов в день. Ну и большое количество пипикающих постоянно такси. В любой конец они тебя довезут за 20 до 100 гривен, в зависимости от расстояния. Понимаю, байк-кафе. Кроме 5 основных спотов, во Вьетнаме есть много спотов не очень популярных, но со своей изюминкой. Например, спот Ньо Чанг флетовый, что очень хорошо для начинающих и обучения. Следующий спот находится южнее Муине, называется спот Муи Кега, что переводится «мыс Кега», на котором стоит самый высокий маяк во Вьетнаме – Кега Лайтхаус, который был построен французами в 1897 году и до сих пор работает. Спот имеет флетовую зону справа от маяка и неплохие волны для вейврайдинга слева. Остров Фукок имеет развитую инфраструктуру отдыха, очень красивые пляжи и эстетические пейзажи. Здесь совсем немного тусовок, но есть очень неплохой флет и все условия для медитации и наслаждения природой. В 130 километрах от побережья Фонтьета находится остров Фукуи, спот, на котором сочетаются волны и флет. И в отличие от побережья Муине, здесь нет мусора и очень чистая прозрачная вода. И роскошные дикие виды. Из недостатков место обособленное и нет тусовок. Но вернемся в центр кайтсерфинга Муине. Ресторан на ресторане.
их, наверное, здесь тысяча. Вот здесь ночной Муэне, вот центральная улица. Если селиться, то жить желательно поближе к ней. Здесь огромное количество ресторанов, разных магазинчиков, все дешевое. Поужинать на одного человека это долларов 10-15. Вот много фруктов продается, только манго 4 вида. Вот. Кухня тут преимущество тайваньская. Из-за того, что рядом море, океан, многие океанической, морской рыбы. Стоит она столько же, сколько мяса и говядины. А иногда даже дешевле. Вот, поэтому, если кто хочет сифуд, много сифудов, то это как раз то место, где его полно. Много моллюсков, видов 12. Нам предлагали 25 видов рыбы, осьминоги, страусы, змеи, крокодилы, черепахи, лягушки, даже кузнечики. Все здесь есть в меню вот этого бесконечного количества этих кафешек. Большое побережье, длинное, и поэтому ребята время от времени делают даунвинды. Эти даунвинды приблизительно 30-40 километров. Можно найти желающих на каждой станции, уговорить и пройти. Обычно едут на север и уже паркуются здесь, в Муэне. И самое интересное, что здесь есть вот такие маленькие бассейны, джакузи, которые очень-очень нужны кайперам. Ну, по крайней мере, надо одевать специальный спасжилет, чтобы не утонуть. Сам вопрос опреснения здесь набирает особую роль. Вот оно, счастье кайпера. Восьмерочка и десяточка. Поэтому Муэне, Вьетнам рулит как новая локация, как новая классная местечка, где можно хорошо покатосить. Поэтому всех сюда и приглашаю. Всем шагом.